рождения Людмилы отмечали в тесном семейном кругу. Вдруг на пороге появился Петр Подурец. Без приглашения прошел к столу и занял место рядом с именинницей. Родители онемели от удивления, но не стали прогонять врача. За весь вечер Подурец не проронил ни слова. Не отрываясь, смотрел на Люду и больше никого не замечал. Любовь к Людмиле окончательно свела его с ума. Мы считали его не вполне адекватным человеком. Однажды он признался, что у него бывают ужасные мигрени, очень сильно болит голова. И в такие минуты он готов на стенку лезть от боли. Коллеги называли Петра неудачником. Его частная практика не приносила дохода. Он заменял тех врачей, которые уходили в отпуск. Рассказывали анекдоты про его нелепые попытки лечить пациентов нетрадиционными методами. Например, однажды одному из своих клиентов Петр вместо мази прописал пепел сожженной кочерыжки. Такую он